OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Ну от виходить як-то так, розумієте? Вони чувствують, що проігрують. Ну ні, не треба себе обманувати. Ви станьте на їх місце. Ну давай станемо на їх. Ти американець, ти в Конгрес США, не знаю, ти сказати там. Где, а? Я не можу проіграти, якщо я американець. Ну ти говоришь о том, что они чувствуют, что они могут проиграть. Они не чувствуют этого. Нет, они не чувствуют это. Ну, у них очень много козырей с их точки зрения. Ну зачем себя обманывать? Для них это, у них мощная коалиция. Нужно сказать, весьма такая, как бы, единая. Ну, если они действительно вон. Посол США во Вьетнаме, который вообще не входит как бы в зону их интересов, он как бы возмущается, что Вьетнам принимает Путина, президента Российской Федерации. Кстати, в этом смысле, может, нам-то надо поучиться в отношении наших, так сказать, партнеров, которые позволяют себе всякие, мы знаем, измы. Может, хотя бы выразить свое... Возмущение или хотя бы некое удивление по этому поводу, там вот проголосовали или поддержали резолюцию в этом Швейцарии, ну хотя бы можно сказать, нам это странно, то есть какая-то реакция, мы этого не делаем. Ну, короче говоря, я думаю, что все-таки они абсолютно, мне кажется, не ощущают себя стороной, которая проигрывает. Поэтому это надо понимать, потому что это может просто нас ввести в какую-то, в некий самообман. По их мнению, они выигрывают, и они могут выиграть. Вот по их мнению. Вот я в этом абсолютно убежден. Тебе говорю как режиссер, который привык ставить себя на место разных героев в своих постановках. Я должен понять, как мой герой, пусть отрицательный, что он думает. Вот я тебе уверяю, что они считают, что они идут к победе. Поставка вооружения тем странам, которым мы считаем нужным, это вообще сильный аргумент. Но это не так легко осуществить. Ну, строго говоря, до Никарагуа надо еще доплыть. И думаю, что это не так легко в нынешних условиях. И до Венесуэлы надо еще доплыть, и строго говоря. А вот Корея – это то, что надо. Это граница, это она рядом. Поэтому в этом смысле, мне кажется, это очень такой удачный и сильный аргумент. Вот. А плюс к этому такое ощущение, что все-таки это какой-то первый шаг к созданию все-таки реального какого-то военно-политического союза в Азии. Что, на мой взгляд, хотя мы это всегда отрицали, и Китай это отрицает, но мне кажется, уже время подсказывает, что это нужно делать. Слушайте, ну, наши противники не случайно создают везде эти союзы. Поэтому, мне кажется, этот вот такой первый шаг, как бы, понятно, с Китаем будет сложнее, но у меня ощущение, что к этому неминуемо придет. Мир просто разделится в этом смысле. В мире существует, значит, такое представление, что Северная Корея – это такая страна-изгой, которая вот там окуклилась у себя и вот как-то там продвигается с помощью каких-то подачек, которые там китайцы или кто-то ей там что-то там такое подает. А мы – это такая страна, которая стремительно приближается к такому же положению. Мы в полной изоляции, там бла-бла-бла. Можно ли отнести тогда вот это вот усиливающееся сотрудничество двух таких стран к признакам, ну, усложнения ситуации? То есть как бы, да, у нас обращаться больше не к... Ситуация во многом по-другому сейчас усложнилась, спрашиваю. Не как у Георга Валерьевича, чтобы он все хорошо, а наоборот. Смотрите, Северная Корея действительно воспринималась как страна-изгой не только на Западе, но и у нас. В Советском Союзе относились к Пхеньяну. Мы вообще-то и к санкциям присоединялись. Ни один советский генсек туда не ездил.
между прочим. Вы на мой вопрос ответьте. Это не официально. От хорошей жизни. Мы вынуждены сейчас идти на сближение с КНДР. Вынуждены. Или нас толкают. Слушайте, туда. OMTV.UA про головне. Кошмар, сюр абсолютный. Привет, дорогие друзья, вот это я называю пропаганду порвало, причем прям по шву, можно сказать, через всю задницу. Причем так порвало, что даже редкий случай, потом пришлось извиняться за сказанное. Фашистующий Мардан начал объясняться, ну, дескать, я все на эмоциях это говорил. Буквально с первых же минут стало понятно, что это будет прям настоящий парад адекватности, когда Мардан впрямую заявил, что «а мы вообще-то наследники...» греко-римской цивилизации. Начиная с римлян, так что римлян, начиная с греков, мы, да, наследники греко-римской цивилизации, поэтому я и убежден в том, что отделять себя от этой цивилизации было бы довольно глупо и наивно. Как вам такое? Глупо и наивно было бы себя отделять от той цивилизации? Это прям, ну, можно сказать, высота адекватности. Вообще поразительно, когда просто и, можно сказать, даже без затей прям... Тысячу лет истории, да легко. От греков, от римлян, от динозавров наша цивилизация началась. Ну и дальше, конечно же, он всех начал определять по размеру, кому что можно, а кому чего нельзя. Это же как бы в компетенции Мардана. Примеривают на себя вот как нечто свое, нечто то, на что люди имеют право, даже те, кто на это право не имеют никакого. Это как немцы, это как Шольц, который приезжает на 80-летие годовщины высадки в Нормандии. Это тоже поразительно, прям надцивилизационное прям какое-то существо. Вы можете, а вы вот не можете. Что это вообще вы себе такое позволяете? Вы кто? Вы немцы. Значит, что? Значит, вам этого нельзя. То есть вот у меня полное ощущение какой-то фантасмагории. В 1944 году американские войска, но вместе с каким-то количеством англичан, высаживались на побережье Франции. Их встречали пулеметным артиллерийским огнем немецко-фашистские войска. И вот спустя 80 лет канцлер Германии стоит, так сказать, в одном строю с победителями. И что? Я не понимаю, как это вообще должно работать. По-прежнему немцы, даже нынешние, уже зачастую внуки и правнуки тех, кто воевал за фашистскую, нацистскую Германию, они все равно должны быть виноваты, все равно чувствовать груз ответственности, все равно они должны быть... какими-то второй свежести людьми. Ну, с немцами ладно. Немцы – это, в общем, специфическая и нация, и страна, и народ, который находится 80 лет в положении народа, пораженного в правах, оккупированного. И это, с моей точки зрения, абсолютно справедливо и правильно. И тут должно быть люди, которые не погружены настолько глубоко в пропаганду, как в бочку с навозом, они, наверное, бы задались вопросом, а в чем это немцы поражены в правах? А вы не знали, что ли? Немцы же оккупированы по-прежнему. Американцы их до сих пор оккупируют. И поражены в правах они по-прежнему, потому что не могут ничего сами решать, пока американцы за них не решат. Думаете, это шизоидный бред? Нет. Это одна из классических мантр пропаганды. Жалко, что мы, в общем, не выучили этот урок, не переняли его у англосаксов. У каких нафиг англосаксов? Уже хватит, уже довольны этого бреда. Какие к такой-то маме англосаксы? Хоть бы один из этих полоумных пропагандистов внезапно бы озадачился этим. Кто ж такие эти самые, вот эти самые саксы? Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.